Узбекистан – страна с возможностью выхода на море. Реализация экологически-коммерческого проекта порта Узбек-Ата означает создание каналов с выходом на Каспийское море. Безусловно, это укрепит позиции Республики Узбекистан в мировом рынке. Создание канала – это также переброска воды из Каспийского моря в Аральское море. Проект Узбек-Ата. Это будет полезно не только для узбеков, но и для братьев из соседних стран с экономической и с экологической стороны. Узбекистан – развивающееся независимое государство с богатым историческим и культурным наследием. В недалеком прошлом Узбекистан пользовался природным водоемом Аральским морем. Арал был уникальным природным объектом, солоновато-водным озером-морем объемом около 1000 кубических километров и площадью свыше 60 тысяч квадратных километров, обладающим высокой биологической продуктивностью и своеобразным миром живых организмов. 24 вида промысловых рыб, два из которых обитают только в Арале. Рыболовством занимались сотни тысяч людей. Только на Муйнакском рыбоконсервном заводе работало свыше 20 тысяч местных жителей. Проблема бассейна Арала – это яркий пример конфликта интересов между человеком и природой. В течение 35 лет непродуманная политика использования природных ресурсов, чрезмерное потребление воды на нужды орошения из Сырдарьи и Амударьи привела к беспрецедентному по масштабу воздействию на окружающую среду региона. Две реки, несущие в него свои воды, Амударья и Сырдарья, во время советской власти активно использовались для мелиорации земель. Было прорыто около 3000 километров каналов, построено несколько плотин, и площадь орошаемых земель достигла 6,5 миллиона гектаров. Вследствие этого сток воды в Аральское море резко сократился. Уровень воды к 2002 году в море опустился более чем на 21 метр, а площадь водной поверхности сократилась более чем втрое. Появился Арал-Кум. Арал и Приаралье сегодня – бедствующий регион, где высокий уровень безработицы, миграция, низкий уровень продолжительности жизни, высокий показатель заболеваний. На сегодняшний день самой актуальной, безотлагательной задачей является улучшение жизни людей, проживающих на территории Приаралья. Прежде всего, сохранение их здоровья и генофонда. Это глобальная проблема всего мирового сообщества. Как решить проблемы экологического и экономического характера такого масштаба? Большим плюсом в развитии экономики Узбекистана и утверждения государства как полноправного партнера в мировом сообществе было бы нахождение кратчайшего пути доступа к морским маршрутам грузоперевозок. Реализация экологическо-коммерческого проекта порта Узбек-Ота означает создание канала с выходом в Каспийское море. Транзитные перевозки и все более нарастающие темпы развития китайской промышленности наталкивают на мысль, что сегодня как никогда важен путь, новый великий шелковый путь, соединяющий Европу и Азию. Безусловно, это укрепит позиции Республики Узбекистан на мировом рынке, предоставив возможность конкурировать с международными компаниями. Это окно в Европу с огромным коммерческим потенциалом. Создание канала – это также переброска воды из Каспия в Аральское море. У народа Узбекистана уже есть опыт создания подобных масштабных строений. Это строительство Ферганского канала. Большой Ферганский канал – одно из крупнейших ирригационных сооружений своего времени. Он был построен в 1939 году за 45 дней при участии 180 тысяч людей, вышедших на Хашар. Это крупнейший оросительный канал в Ферганской долине, простирающийся на 345 километров. Насколько силен духом узбекский народ, что за 45 дней практически голыми руками смог осилить 345 километров земляных работ. При современных технологиях строительства и проведением Хашара проект Узбек-Ота приобретает реальные черты, ибо необходимо построить всего лишь 200 километров водного пути. В мире уже создавались подобные амбициозные проекты, над которыми трудились тысячи людей во имя блага своих стран. В настоящее время эти каналы круглосуточно служат на пользу человечества, помогая экономить большие капиталы и много времени при грузоперевозках. Суэцкие и Панамские каналы являются одними из важнейших в мире искусственных водных путей. Благодаря этим каналам длина водных путей сократилась на многие тысячи километров,
что сокращает экспортные и импортные составляющие грузоперевозок стран-участников мировой торговли. История показывает, что и народ, а не госчеты вызывали к жизни такие гигантские проекты, как Суэцкий или Панамский каналы, сформировавшие глобальные рынки своего времени. Проект «Узбек-Ота» будет являться золотой артерией Узбекистана. Это новый Каспийский транзит, который соединит китайский рынок с прикаспийскими государствами и последующим выходом в Европу. Осуществление данного проекта – уникальная задача, но с учетом современных технологий строительства – выполнимая. Вся команда создателей должна мыслить масштабно и при этом учитывать все нюансы, которые будут возникать при создании проекта. Ведь это 200 километров водного пути, пролегающего через степи. Головные сооружения канала предлагается заложить в крайне восточной части залива Комсомолец Каспийского моря. Трасса канала пойдет на восток по направлению к железнодорожной станции Байнеу. В районе станции Байнеу необходимо будет предусмотреть строительство железнодорожного моста через канал. Дальнейшее направление трассы будет иметь юго-восточный маршрут до Солончака Джейрын-Кудук в Каракалпакстане. Трасса канала проходит в глинах и тонкозернистых песках. Канал обустраивается 9 судоходными шлюзами с целью сокращения объема земляных работ и насосными станциями для заполнения порта. Строительство порта включает в себя сооружение полноценной инфраструктуры по типу порта Роттердам, железнодорожными подъездами, гостиницами, складскими терминалами, аэропортом. Реализация проекта «Узбек-Ота» создаст транснациональные структуры, способные гарантировать инвестиционные ресурсы и обеспечить международную политическую поддержку. Создание морского пути во много раз сократит транспортные расходы на экспорт и импорт товара. Это в корне изменит подход к логистике в Узбекистане. Как пример можно привести тот факт, что расстояние в 5000 километров до Москвы, которое преодолевает в настоящее время товар из Узбекистана, сократится вдвое. Прямой выход в морское пространство Каспия позволит экспортировать конкурентоспособное узбекское сырье и товары на рынки Европы и России при сокращении транспортных расходов. Также Узбекистан получает доступ к импорту нефтепродуктов с месторождений Каспийского моря с последующей переработкой и экспортом в Китай, Афганистан, Таджикистан, Иран, Киргизию. Это позволит создать новые рабочие места и валютную подпитку бюджета страны. Деятельность порта, наподобие свободной экономической зоны Дубай, даст возможность международным покупателям брать многие товары непосредственно на территории складских терминалов без излишних транспортных расходов. Порт Узбек-Ота создаст крупный приток капитала и инвестиций, которые позволят сделать глубокие микро- и макроэкономические преобразования во всех сферах и отраслях экономики государства. Прямые финансовые инвестиции будут способствовать денежным реформам и выходу национальной валюты на мировой уровень. В настоящий момент прикаспийские государства ведут переговоры по строительству водного канала, соединяющего Черное море и Каспийское море. По завершении строительства такого сооружения Узбекистан получит возможность совершать транзитные водовозки из порта Узбек-Ота до Черного моря. Расстояние от порта Узбек-Ота до Черного моря по водной глади будет составлять всего 1100 километров. На сегодняшний день расстояние до Одессы наземным путем составляет 4000 километров. Необходимо учитывать при создании проекта экологическо-экономический аспект. Появляется возможность получать свободную валюту для проведения экологических программ в Приоральском регионе. Современный Узбекистан с насыщенной историей и доброжелательным народом имеет большие перспективы для развития туризма. Увеличение потока туристов в Узбекистан будет не только положительным рекламным моментом для страны и нации в целом, но и притоком валюты. Интересы узбекского и казахского народа не противоречат друг другу. Им необходимо решить проблемы масштабного уровня Арала. Данная инициатива также даст возможность привлекать инвесторов и развиваться совместно. Используя сегодняшнюю экологическую ситуацию Арала и Приоралья, для лоббирования наших национальных интересов выхода к морю, во главе с президентом, взявшись всей страной за руки, объединив народ идеей национального хашара, мы сумеем осуществить проект-идею Узбек-Ота. Нас никто и ничто не сможет остановить. Строительство канала от Каспийского моря до Аральского может решить одну из самых крупных экологических проблем планетарного масштаба – проблему спасения Арала и Приоралья. И наступит время, когда корабли будут бороздить
территориальные воды Узбекистана. И человек будет лицезреть на рукотворное инженерное сооружение, созданное его предками, то есть нами, гражданами независимого Узбекистана.